Всем привет, друзья, ребята, с вами Ранг, и мы продолжаем прохождение вот так неужели Half-Life 1. Да, случилось чудо. Итак, ребятушки, я добавил громкость, микрофон теперь у меня на 70%, потому что вскрикивание, взвизгивание даже на 75%, когда он находится практически близ меня, все-таки дает такие некие помехи. И поэтому я предпочел именно сделать вот так, как сейчас есть, в общем-то. Сейчас будем тестить, проверять, я думаю, что громкость будет нормас. Но только единственное, что во время стрельбы, возможно, будет слишком громко. Но давайте смотреть. В общем, мы с вами остановились на том, что мы с вами тогда, довольно-таки давно уже, сколько времени прошло, сели какой-то непонятный красный полупоезд, как его назвать, фотоаппарата. Вон у нас фотики Никона, смотри, с каким зумом, с оптическим, М23Б. О, видал? Поехали! Так, ага, остановиться нам с вами... А, остановиться можно. Давайте смотреть, что у нас здесь происходит дальше. Апрехенсен. А что такое-то? А нельзя остановиться? Все, нельзя остановиться. Что происходит? Тихо. Все, вовремя слезли. Ребята, вы что там делаете? Успокойтесь. Бабах. Все. Спим. Это что было такое? Вы что, сами себя взорвать, что ли, решили? Ребят, ну так дело не пойдет. Что происходит? Вода какая-то. Есть кто в воде-то, нет? Что там прям вообще как-то? Дно донное. Пробили все пути. Здорово. О, братан. Можно пока что же подлечусь? Он там ему затемнение, сущность в виде гномика ищет, как обычно. Давай мы туда тебе порешаем. Нет, я не буду это тратить, у меня слишком мало патрон. На. Все. Так. Подхилились, хорош, идем дальше. Ладно, хорошо, так, это мы сломаем. Что есть? Броня. Мало? Ну, хоть мало, но хоть что-то. Будет, пускай. Так, есть кто? Вылезай. Затемнение. Сущность. Главное, чтобы... Если затемнение, то хотя бы, чтобы... Главное, чтобы в виде гномика, а не в виде гомика было. Значит, это будет вообще ай-яй. Я просто вот насколько я знаю... Так, поднимемся, посмотрим. Чё я так, возможно, кто-то скажет, что меня смущаюсь или пугаюсь. Дело в том, что, ребят, я в курсе о том, что есть рыбы. Кто в курсе из вас, кто не в курсе, в Half-Life. Встречаются они, конечно, довольно редко. Это редкое явление, но они все-таки есть. Вода здесь весьма мутная, поэтому здесь ничего не видно от Седова. Прицел вроде ничего не показывает. Как бы я думаю, что он должен же был бы что-то отобразить мне. Нет? Можно вообще вот так вот пробежаться. Что-то все упало нахрен. Что ввалилось-то? О! Это что такое? Бочки, здравствуйте. А нельзя было так сразу сделать? А зачем они? Типа по ним, чтобы прыгать? Не знаю, в чем прикол. Ну ладно, пойдем дальше. А, здесь, наверное, и надо было спрыгнуть. Правильно понимаю? Можно, знаешь, как сделать? У нас с тобой уже тут запас есть. Можно, если что, короче, будет туда закинуть. Есть там кто, нет? Стремно просто по этому говнищу ходить. Мне вообще непонятно, куда нам надо идти. Мы как бы типа приперлись, а куда приперлись, непонятно. Спрыгнуть сюда, потом запрыгнуть туда, запрыгнуть сюда. Вообще темно. Как там смотреть-то все? Никого нет. Успокойся. Даже никого нет, правда? А как проверить? Никак не проверишь. Непонятно, неизвестно.
Не, ну, ребят, так я не играю. Подожди, а что же мы там можем увидеть-то? Ну вот и все. Перепрыгнули. Так, по сути, вот мы с одной стороны на другую переходим. Че еще-то надо? Ну вот мы сверху пришли, получается, ж правильно? Здесь ничего не было. Че, это вышка водонапорная? Я не понимаю просто. Тогда я вообще ничего не понимаю. Но если здесь бочки вылезли, значит, очевидно, это о чем-то говорит. Правильно же? А, бочка еще пододвинулась ко мне. Поближе, спасибо. Ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю, ребят. А, там дверь? Типа, короче, там дверь. Да давай думать, что делать. Там, как я понимаю, вообще это... Чем-то вижу? Я ничего не вижу. А там эти глисты. Погнали, ладно, поплыли. Здрасте, здорово. Так. А что у нас такое? Обвалившийся... А как сюда запрыгнуть? И чего? А, нам туда, что ли, надо? Короче, если что, мы с тобой иначе будем делать. Мы с тобой эту штукенцию просто бросим и бомбанем. Это делать было не обязательно. На самом-то деле, ладно. Ну, короче, если что, мы знаем, что как бороться с этими всеми. Так, и что у нас такое там? Ага, перевернутое, короче, все говно. Я понял, ладно. Плывем, идем дальше. Больно, 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 больно. Дышим, дышим. Отдышались. Идем дальше, фу, уйди. Ничего не понимаю. Я заплутал. Заблуждал. Заблуждался. Хоть что-нибудь стрелять под водой, в конце концов. А пистолет валы настреляют. Хорошо. Фу! Уйдите, собаки! Кто это такой? Кто? Чё кому надо? Короче, с волына можно стрелять под водой. Все, я все понял. Хорошо, ладно, идем дальше. Давайте сразу вынесем всех. Фу, уйди. Глисты, уйдите, глисты. Знаешь, глистов будем выносить с тобой, раз так они хотят. Освещение еще говнистое. Куда он целится-то, я не пойму. Что ты делаешь? В конце-то концов. А, попали. Все, нормально. Тихо, 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 тихо. Все нормально. Все нормально. Восстанавливай здоровье. О, под водой, конечно, тяжеловато, ребят. Но что поделать? Уйди, 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 уйди. Нельзя меня есть, нельзя меня есть. Так, а здесь можно было подышать. Ну, давай тогда. Короче... Для битвы под водой мы с тобой оставляем... Что за кусок говна прилетел? А что-то, короче, взорвалось. Что-то бомбануло, короче, и все. Теперь мы ничего не сделаем с тобой. Короче... Для битвы... Кто там? Добрый день, пишет мне. Что происходит? А это что такое? Все. Глистов на вынос. Глистов больше нет.
А, ну может быть надо было с той стороны запрыгнуть, то как ты думаешь? С этой стороны мы ничего не можем найти с тобой. Здесь ничего нет. У нас, видишь, нигде ничего не пускают, не пропускают. Здесь ничего нет нигде. Я не знаю, что хотят от меня. Давай, ладно, идем дальше. Я, конечно, ожидал какого-то хардкора, вам честно признаюсь, что какая-то жопа будет, но здесь на самом деле все оказалось не так уж страшно. Бочки нам тогда для чего нужны, я не пойму. Типа, чтобы перепрыгивать с одной стороны на другую, наверное. Наверное, вот сюда нам надо тогда. Это нам не надо. Там что происходит? Подождите. Так. Ну, короче, давайте, ребятушки, то мы идем дальше. Так, нам, по всей видимости, сюда. Тут ящик нам для чего-то поставили. Наверное, может быть, чтобы запрыгивать как раз-таки на него. Можно что сделать? Можно, короче, гринку закинуть просто и все. Вот так вот. Оп, хорош. Ну, всякий случай, зачистим чутка территорию и пойдем. Всех глистов поубивали. Уйди. Уйди, собака, уйди. Опарыш плавучий. Так, что у нас здесь? Как говорится, мы-то легких путей не ищем. Можно, конечно, было бы всех и обойти так по-хорошему. Уйди. Погнали, ладно, дальше идем, плывем. Правда, патроны на них уходят, ну ладно. Терпимо, терпимо. Давай, погнали, все. Уйди. Загрузка. Здорово. Не знаю, никого нет, привет. От старости, блед. Уйдите. Плавучий, зараза. Фу, уйди. Уйди. Да уйди ты, фу! Тараканы. Противные, фу, не могу. Скрипят, как это крабы. Давай их, короче, палкой всех перегасим ломиком. Давайте, подходите, кто на меня. На. На. Давай, 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 давай. Фу, иди, собака. На, по морде тебе. На. Давай, кто на меня? Гроза кальмаров вышел на охоту. Или как они там называются у нас правильно-то? Не совсем кальмары такие-то. Дай пройду. На. Уйдите. Все. Что у нас там такое? Это ничего, одна вентиляция. Так, ну куда сюда? Нет, здесь закрыто. А, там граната, смотри-ка. Для автомата, для подствольничка. Пойдем, ладно. Уйди. Все. Так, пришли куда-то. Здорово! Тихо! Мужик, ты чё? Решил с рыбы поплавать. А вот, собственно, походу и рыба. Вот и она. Здорово. А чё это его не хватаешь-то? Хватай его туда за это самое. За жопу. Давайте. Жрите свою рыбу. Я вам не достанусь, ребят. Так, что у нас такое? Арбалет, что ли? Здорово. Здорово. Замычало, видишь, что?
Да. Я тебя уже слышал. Так, все выплюнуло. Сейчас смотри, она будет появляться, короче, мы будем ее гасить. Она же появляется надо. О, смотри, язык потянул. Ну правильно, что он у него. Все время висит, наверное, уже. Околел, как это происходит? Знаешь, когда этот. Как с руками и ногами, когда руки отекают, язык отек. Вот он его и решил. Так сказать. Чутка пошевелить языком. Давай. Так, а тут тоже вынесем. Вот она. Здорово, я тоже так умею. Давай так тебя будет сейчас. Ага, какой-то лед. Тоже вынесем. Все, всех. Зубастых, языкастых. А, там, короче, типа, получается такая, как... Ну, это не совсем текстурина. Какая-то жидкость расплывшаяся. На воду это не похоже, на какую-то слизь. Ну, типа, специально сделано, чтобы, знаешь, чтобы типа, жопа забомбила. У нас есть возможность спуститься к ней. Это какая-то рыбёшки. Короче, либо просто ждать, выжидать. Можно выжидать, на самом деле, пока она здесь будет появляться. Гасанем ее просто. Она, я думаю, всплывет, наверное. А можешь чем-то ей бросить, чтобы она чем-то съела? Ой, здорово. Или нельзя? Ох ты ж какая злоба. Да. Именно так. Мы уже слышали. Глубоко. Очень глубоко. А как этот арбалет сделать? Как его взять вообще? Типа, нам, наверное, туда надо пройти. Я так подозреваю, что просто мы когда запрыгнем в эту решетку или на нее, она, скорее всего, просто упадет вниз и все. Видишь, как отвратно делают игры, это же. Да, слышал я уже. Это я уже слышал. Так, давай сохранимся. Я понимаю, что она на самом деле это ничего не сделает. То есть, понимаешь, это как бы рассчитано на нервы. На то, чтобы жопу разорвать нам специально. Чтобы у нас взорвался пукан, пердак. Они всех этих существ поэтому придумывают. Здорово. Можно туда пройти. Вон, видишь, она забрызгала. У них кровь, как у этих, у хищника. А, как раз предлагается на второй этаж подняться, по всей видимости. Да иди ты, замолчи. О! Здорово. Надежда. Дип Хоп, говорит, это глубокая надежда. Че это такое? Уроки учите, молодцы. Говорит, здорово, говорит мне. Говорит, welcome. You're welcome. Welcome, здорово, братан. У вас тут какие-то неведомые киты завелись. Непонятные. Ну, по всей видимости, что, скорее всего, сейчас... Да, я тебя видал. Вон она, смотри, видишь? Ее сверху вроде как лучше видно. Но она быстрая собака. Короче, я чувствую, что в этой серии... Её же слышно, когда она двигается. Надо выжидать просто момента, и все. Ну, либо просто, знаешь, как говорится, можно не сцать. Их там две, что ли? Можно, как говорится... Видишь, что она какая? Смотри, агрессивная. Собака, я дошел до того момента, где я просто... Сру в штаны, потому что вода непрозрачная, я ничего не вижу. А прыгать туда не хочу. Я не такой рисковый парень. У меня еще пока что жопа есть на месте, так сказать. Да, мы сейчас сюда спрыгнем. И она прям как положено просто обвалится. Ну, видишь, все проржавевшее уже. Такая же, как моя задница. Короче, выждать надо момента, просто ее гасить. Потом
подождать некоторое время, чтобы убедиться, что она там одна. Но она быстрая собака, вообще. Может, что нажать надо, нет? Я здесь прям-то смотри, какие целые серваки проходят. Габинские. Валдовские. Реально, где вот этот редактор? Вот мне бы его найти бы и сказать бы ему пару хороших слов. На то, как он сделал всю свою эту игру. На! Все! Прикинь, загнулась, походу, всплыла. Поймали, поймали, прикинь, такая вылезла, раз и не ожидала. А потому что с дробовика хорошо заходит, потому что это дробь. То есть мы целые дроби выстреливаем прям в нее четко. И попали. Давай ждем. Я подожду, еще постою пару минуток. Если кто, никого нет, нужно сохраниться обязательно, потому что кто знает, вдруг там что еще можно ждать. Походу все. Да? Слушай, давай тогда... Я прошу прощения, что у меня, конечно, такая горящая задница, но... Продолжим в следующей серии. Я не знаю, когда у меня появятся нервы. Я, конечно же, игру, разумеется, не буду удалять. Она мало весит, место не занимает. Но когда я найду в себе силы, дальше продолжить, я не знаю. Но, по крайней мере, мы знаем точно, что мы вынесли с вами всех вот этих вот барнаклов, штаны накаклов. Даже название-то само по себе, понимаешь, говорит барнакл. Вот это барнакл. Такое вот стрёмно, кого-то выблевать хочется. Все, мы засейвились еще разок. Тьфу на вас еще раз, как говорится. Давайте, ладно, в общем. Ребят, я не знаю. Продолжим как-нибудь, как продолжим, так мы и продолжим. Так что пока что на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Скорее всего, это была одна единственная рыба, но та скорость, которая у нее была, как она вот так носилась по краям, ныряла, выныривала, потом опять вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это, ну, явно скорость у нее нереальная. То есть просто так плавать под водой нам бы не удалось. Это точно. Поэтому скоро мы с вами продолжим. Не переключайтесь, до новых встреч, с вами был Ашуранка. Будет много всего крутого, не менее интересного. Пока-пока, ребятушки. Не ссать штаны. Все будет четко.